Прошел уже почти год с тех пор, как последний раз снимали музыкальный телепроект «Достояние республики» на Первом канале, бессменными ведущими которого на протяжении всех выпусков были Дмитрий Шепелев и Юрий Николаев. И вот, наконец, 1 сентября Шепелев приступил к своим обязанностям на Первом канале после длительного отпуска. Предстоящая неделя для известного телеведущего будет весьма насыщенной и тяжелой, назначены съемки целой серии известного шоу. А что касается сына Платона, уже этой осенью телеведущий хочет отвести его в детский сад. Как считает Дмитрий, это поспособствует тому, что ребенок будет чувствовать себя комфортно в кругу ровесников и вырастет общительной личностью. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!